Все, что было на улице, теперь придется убрать. Вам дают 5 минут срок, чтобы весь выставленный товар убрали именно в торговый отдел. В микрорайоне Салоники проведен комиссионный выезд на 56 объектов, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Как результат, были составлены 18 административных протоколов по фактам несанкционированной торговли за пределами точки. По поручению главы города Сочи, сегодня департаментом курортов, туризма и потребительской сферы организованы мониторинговые мероприятия. В состав группы, которая сегодня работала, входили это муниципальный земельный контроль, администрация города Сочи, департамент курортов, специалисты Лазаревского внутригородского района. Также с нами были специалисты Крайжилком ресурса, которые в свою очередь проверяли наличие договоров. Также в ходе мониторингового мероприятия было обнаружено, что у 23 предприятий отсутствуют договоры на вывоз твердых бытовых отходов. В связи с этим предпринимателям, которые нарушили закон, были вручены уведомления о необходимости заключить соглашение на вывоз мусора. Дано указание, чтобы проверить, промониторить микрорайон Салоники на нарушения на выносные торговли, на наведение порядка, чтобы порядок был у нас в селе. Такие комиссионные выезды являются неотъемлемой частью контроля за предпринимательской деятельностью. Они помогают обеспечить соблюдение законодательства и защищать интересы граждан. Администрация Сочи регулярно проводит подобные мониторинги, чтобы поддерживать порядок и обеспечить благополучие горожан.